Вот, вы утверждаете, что тюрки являются первыми плавщиками меди, металла. Я бы хотел остановиться, рассматривая Лутал, остановиться с точки зрения древнего металлургического центра. Не только в истории Казахстана, но и во всемирной истории. Как известно, древний источник утверждает, что железо, вот, не только медь, но и железо впервые было освоено скифами, то есть нашими предками, степными насельниками, скажем так. Вот. И этих древнейших металлургических центров было найдено археологами очень много. Это и Алтай, Урал, и в частности рассматриваемый нами Лутал. Мы остановимся только на том, что древние греческие историки писали о том, что скифы впервые обнаружили железо, умели изготавливать из него орудие, оружие труда, например, плуг. Вот для первому скифскому царю Тарготаеву с неба упал плуг. Это вроде бы миф. Вообще, многие мифы – это не что иное, как истории, облаченные в другую форму. Вот с этой точки зрения, если брать все цивилизации, мировые цивилизации, то впервые именно степняки научились обрабатывать, в частности, железо. После эпохи меди наступила эпоха железа. Еще до нашей эры скифы обрабатывали. Не зря, например, один из авторов, Эсхил, в поэме «Прометей прикованный» говорит о том, что Прометей украл у скифов способ обработки железа, ремесла различного характера. То есть здесь возникает определенный, совсем новый взгляд на то, что цивилизация скифов была нагло выше той европейской цивилизации, которую представляли в то время древние греки. То есть умели обрабатывать железо, что удивительно. И вот говорится о том, что Прометей украл, и за это мифом говорится, что Прометей был прикован в наказание Гефестом к скале, богами. Но здесь надо сказать, что все эти реальные герои, Гефест, Прометей. Гефест – это кузнец. Вот, не зря в тюркском языке существует слово кебе. Кебе, кефе, гибе. То есть это доспехи. Первый кузнец, это оставшийся в истории, Гефест делал доспехи. Вот помните, в Илиаде говорится о том, что доспехи Ахиллеса были изготовлены именно Гефестом. Никто другой не мог делать эти доспехи. Железные доспехи, разумеется. Почему у Ахиллеса была пята только, слабая пята, вот, если попало бы, допустим, копье или стрела, как и получилось, он умер бы. Здесь говорится о том, что, если читать по-другому, то он полностью был облечен в доспехи, с ног до головы. Железо. Вот, да, железные доспехи. Не зря, вот, допустим, во время осады Трои Патрокл заимствовал его доспехи, значит, и был убит под стенами, то есть захвачен. Из трупа сняли троянцы, значит, доспехи, прометеевские доспехи, ой, ахиллесовские доспехи. И мать Ахиллеса заказала снова в Скифии новые доспехи для Ахиллеса. Это все реальные герои, реальные герои. Ахиллес сам был из степи, изгнан за его неумеренный характер. Вот. Героем он стал у греков только потому, что он на их стороне выступал в Троянской войне. Ну, далее. Многие, так сказать, утверждали, в том числе и Геродот, что скифы окропляли железный меч, водружали железный меч на горе, окропляли кровью, значит, молоком. То есть прекрасно владели искусством металлургии. И затем, значит, это было чудо, по большому счету. Вот на тюркском языке мы знаем, железо обозначается словом тембр, дебр, девр, и в разных, так сказать, диалектах по-разному. Вот. Отсюда пораженные качеством этого нового металла, люди, так сказать, перенимали даже название этого металла. Разумеется, тюркские названия. Вот. Есть греческое слово демиург. Демиург – это творец, переводится «бог» и «кузнец». Демиург. То есть темрдору. Демиург. Это значит «кузнец». И так далее. Шедевр, например. Дебр – это дебр. С французского языка
Это изготовлено чудным образом изделие, то есть из железа. Таких слов очень много. И имена. Тамирис, допустим, Темр, если. Тимучин, китайцы говорят, Темрше по-нашему. Вот. Тамерлан и так далее, и так далее. То есть даже Владимир, слово Владимир, я думаю, что Булат Темр. Булат это сталь, а Темр это стальное железо, получается. Потому что во время Владимира I, русского князя, значит, мировоззрение о том, что он будет владеть миром, не могло быть, потому что княжества были совсем маленькие. Много было княжеств на Руси, значит, они воевали друг с другом. И никто не помышлял о, так сказать, владении вообще всем миром в то время. Вот. И, скорее всего, это происходит от Темр, опять слово Темр. Вот. Много в языке, в иностранных языках можно обнаружить следы вот, изготовления железа, тюркского железа. Вот. Ну, впоследствии мы прекрасно знаем, это уже написано в истории, скифской традиции была передана, дали, значит, гуннам железный меч Атилы, вы помните, да? Он нашел на горе, значит, его назвали Марсовым мечом, благодаря которому он покорил Европу. То есть опять железо здесь участвует. Затем, значит, каганатовские тюрки, тюрки первых каганатов, они умели изготавливать, если до них пользовались железом, ковали, так сказать, холодная ковка была там, ну, горячая ковка, крестный способ обработки металла, то впервые тюрки вообще в истории цивилизации, всех цивилизаций, впервые придумали плавку. То есть плавили целые горы. Они были рабами в свое время у жуан-жуанцев. Вот. И были заперты как бы в скале. Есть такой древний миф. Они расплавили железную скалу и оттуда выбрались на свободу, скажем так. Вот они умели отделять чугун от стали путем плавки. Вот. Мы говорим, чугун это опять тюркское слово, шок он. То есть измельченная масса, шок это значит уголье. Горящего металла. И булат, сталь. Опять слово булат очень распространялось по всему миру. Вот. Имя, темр булат там, и так далее. Булат, булат, булат. Вот. Это примерно так же, благодаря вот, именно такому искусству обработки железа, тюрки завоевывали многие страны окружающие, так? Низвергали царей древних цивилизаций, завоевывали новые страны. Благодаря железу, подобно конкистадорам, которые проникли в свое время, испанским конкистадорам, которые проникли в Америку, то же самое тюрки, я не говорю о лошади, там, благодаря железу, это железные мечи, значит, сабли впоследствии, это значит стремена железные, это значит доспехи, облачали даже коня в доспех, доспехи. Тяжелая конница тюрков, она, ни одна армия мира не могла против них устоять. Пусть даже какая-то сотня человек могли смять. Вот они сковывали цепями своих коней и шли в лобовую атаку. Это как танки были, современные танки. Вот они пробивали любую, так сказать, любого противника, строй. И давили конями, железом своим. Это было нечто страшное. Против Китая применяли в свое время даже хунну. Вот. И одним из центров, я вот горд, что именно в центральном Казахстане, в Улутау, был крупнейший центр по обработке металла. Не только меди, там, скажем, бронзы, но прежде всего железа. Вот. И свидетельство тому, вот вы сами говорите, что нашли там целые цеха, скажем так, металлообработки, обработки именно железа. Вот. Мы должны гордиться нашими предками, вот, потому что многие европоцентристы считают, что все, так сказать, новые открытия были совершены в Европе. Ничего подобного. Вот. За тысячу лет до Европы владели, так сказать, железом. Вот про какие поразительные факты открываются ныне нашему взору, вот, нашему уму. И поэтому мы должны помнить эти, скажем так, знаки, которые оставили нам наши предки. И в частности, по металлообработке. Лутау называют это место, потому что это великая гора. Там похоронены многие наши предки. Я подозреваю, что есть захоронение, наверное, даже царских скифов. Лутау. Возможно, даже могила Чингисхана. Вот говорят, Чингисхан похоронен в Монголии. Искали, не могли найти же, так? Потому что один из центров это все-таки Лутау. Жоши там точно похоронен. И многие другие, значит, правители Великой степи. Не только Золотой Орды, но и предшествующих эпох, царских эпох. Это надо искать. И, возможно, мы найдем даже когда-нибудь, значит, вот, и будем переписывать мировую историю, по большому счету. Не просто фальсифицировать, а именно согласно истине. В том, что все уже доказано.
Доказано, что стремена, появились железные стремена именно у нас в степи. Доказано, что железные мечи были здесь, в степи выкованы. Что еще надо? Ну, я не буду, многие достижения тюрков, вообще степняков, разумеется, одомашние лошади здесь можно выделить, так, колесницы придумали. Вообще колесо. Колесо не могло быть придумано в горах где-нибудь, там, допустим, да, еще железным ободом. А именно на ровной плоскости оно катилось, правильно? Вот. И до эпохи, скажем, паруса в мире правило колесо. Вот. Благодаря колесному транспорту мы завоевали такие огромные территории. Потому что даже дома наши, юрты, котерме так назывались, юрты, которые устанавливались на телегах, на колесницах. Вот. И здесь роль железа, роль обработки железа была огромная. Просто прошло столько много времени, что люди подзабыли эти вещи. И каждый раз надо нам освежать наши знания об этих былых временах. И тогда, возможно, мы обретем ту самую национальную идею, которую ищут, не могут найти. Она у нас в истории, национальной идеи. В истории. Покопать историю и придать ей такой красивый вид, чтобы... Форму, да, содержание. Да, да. Чтобы другие народы действительно не сомневались в этом, вот, не высмеивали. Все должно быть основываться на доказательной базе. Спасибо.